Друзья, ну что, мы идем из суда, и суд наконец принял решение. Юлия, мой ангел-хранитель, мы выиграли это дело. Слава тебе, Господи, с Божьей помощью мы доказали, что правда, она должна всегда восторжествовать. И она на нашей стороне, потому что никто не имеет права запрещать выражать свое честное мнение, оценочное суждение. Результат рассмотрения дела по удовлетворению требований иска, мы будем хотим ответчики в полном объеме отказать. А что это мой ангел-хранитель, сейчас будем ее целовать во все щеки.